Интересный вопрос. Прошла Сангая по замужеству и Манджушри. В результате мужчина обращает внимание, причем только, которые в возрасте до 5 лет включительно, а маленькие. Вчера, правда, двое взрослых до неприличия остолбенели, когда я шла, то есть остановились, выпучив глаза и смотрели, открыв рот. Я надеюсь, вы в одежде шли. Случай с врачом очень расстроил, наговорил комплиментов, а про мой диагноз и мои проблемы забыл. Сказал, что помнит, что красивое, больше ничего. В процессе лечения притерся интимным местом. Ай, какой. Вроде как случайно, но очень плотненько. Как сделать так, чтобы практики работали правильно? Объясняю. Объяснение этому звучит вот в чем. Необходимо помнить, что мужчина и женщина отличаются. Мужчина — это тот, кто дает, поэтому у него палочка от него идет, и он хочет эту палочку где-нибудь... Смотрите, мужчина имеет палочку и хочет где-нибудь найти дырочку. Я извиняюсь за такие подробности. И он дырочку находит. Но это проявляется не только в психическом, не только в физическом, но еще и в психоэмоциональном элементе. Смотрите, что обозначает палочка. Она обозначает секс. А что обозначает дырочка? Она обозначает желание секса. Желание секса обозначает желание дырочка и палочки. О чем думает мужчина, когда он смотрит на других женщин? Каждый мужчина смотрит на других женщин и желает эту женщину, желает в ней видеть секс. Это однозначно очень часто происходит. Что думает женщина? Видя мужчину, она хочет мужа, а это чуть-чуть по-другому. Так вот, смотрите. На самом деле желать мужа с позиции женщины — это желать секса с позиции мужчины. Именно поэтому, если женщина желает мужа, мужчина, видя эту женщину, хочет от нее секса. Как поменять это все или как это все изменить? Вы желаете секса мысленно, говорите, видя каждого мужчину, я буду думать, что это мужчина потенциально мой половой партнер. И задумывайтесь над такими моментами, какой он в постели, как бы он гладил вас руками и так далее. Не нужно с ними вступать в интимные отношения. Мужчины же не со всеми вступают или готовы вступать в интимные отношения. Даже когда вы будете с кем-то встречаться, то можете этому мужчине сказать: я рассматриваю наши отношения просто как индивидуальные сексуальные отношения. Мне это очень интересно, я заинтересована в этом. Мужчина в этом случае будет думать так: ага, все, секс будет, об этом можно не думать. И дальше он будет вас рассматривать как объект, который в дальнейшем хочет, захочет сделать своей женой. Хотите мне не верьте, хотите верьте, если вы примете это к вниманию, то очень быстро выйдете замуж. Не думайте и не видите в каждом мужчине потенциального мужа, потому что таким образом каждый мужчина будет видеть в вас потенциальную любовницу. Смотрите на мужчину глазами женщины сексуально озабоченной, если такое возможно. Тогда мужчины будут на вас смотреть как мужчина, видящий в вас потенциальную женщину, на которой он хочет жениться. Хотите верьте, хотите нет, это работает даже не 100%, а 999,999. Я представляю, как ушат сейчас на меня выльют, но я хочу вам сказать, что не нужно мне верить. Просто делайте. И в дальнейшем убедитесь в том, что это все очень работает.